крайней мере. Мы сейчас рассказали, были покупки на 95% частных телефонов. И улучшивших свои жилищные условия в городском округе. При формировании бюджета 2019 года, при формировании плана на ближайшие 5 лет, в обязательном порядке учесть необходимость строительства ясельных групп в наших детских садах. Лучше победы, только новая победа. Мы на вас рассчитываем, вы нас не подведите. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас